По тревоге пришлось обследовать и стадион «Лыбедь». В субботу вечером ко входу на стадион съехались все экстренные службы. По словам очевидцев, сотрудники полиции с собакой якобы обследовали подозрительную черную сумку. Полиции нам подтвердили, что на спортивный объект по сигналу действительно выезжали специалисты. 4 июля в 19 часов 45 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на стадионе «Лыбедь» в городе Владимире напротив входа оставлена сумка. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа, кинолог со служебной собакой. Прибывшими сотрудниками полиции был произведен осмотр сумки. Опасных предметов или веществ обнаружено не было.